На связи я, Юни. И я продолжаю выживать бесконечно кислотой. Фух. Привет, Юни. Ты выжила. Ты что тут делаешь? Я путешествовал с помощью этих эндерперлов и нашел наконец-таки сушу. Обрадовался, а потом увидел тебя и расстроился. То есть тут где-то есть поблизости большая суша, с которой ты пришел, или чего? А чё мы бегаем хоровод вокруг этой елочки? Нет, здесь нет никакой суши, просто я постоянно кидал эндерперлы в небо и таким образом выживал. Офигеть. Ну ладно, добро пожаловать в мой дом, провести экскурсию. Давай. Это уже четвертая серия и финальная серия, когда я выживаю. Сегодня? Никогда не пробовал, что будет, если туда упасть. Будет больно! Что? А почему ты умираешь? Почему мне больно? Я не знаю. Что за дела? Подожди, а если я? А! Уйди, жжется! Ага, интересненько, кажется, сложность усложняется. В общем, смотри, у меня тут есть 3 торговца. 2 из них я уже, так сказать, прошла. Я купила у них коралл-мозговик, у этого я купила подсолнух, и остался последний купить синюю орхидею. Они тебе продают за такие ценные предметы такое говно? Да, но кажется, в этом есть смысл. Я читала, что если соединить эти 3 цветочка, то что-то получится, и возможно, все исправится. Серьезно? Но если это так, то нам нужно срочно этим заняться. Да, сегодня нам нужно будет убивать и сушителя дара. Да, пойду утоплюсь. Нет, стой! И тебя заберу с собой. Нет, подожди, больно, больно. Я надену свою броню и... Охренеть! Да, у меня тоже есть кое-что для тебя. Держи. Вот, еда. Еда! Наконец-таки, я не ел уже где-то неделю. Ого, у меня там плод Хороса растет. Что? Где? Покажи. Вон там. Побежали, а ты мне дашь кусочек. Можешь сам его забрать. Свежий плод, прямо из дерева. Охренеть, а где ты это все добыла? Такие богатства. Это все было, я тут просто появилась. Лишь мой дом построила и все. Остальное тут так и было. Нам. Плод Хоруса. А зачем все дерево ломать? Много плода Хоруса не бывает. Возьмем с собой в дорогу. Тут, правда, некуда идти. Я предлагаю тебе убить этого иссушителя в краю. В краю? Подожди, у тебя есть все головы? Да, у меня есть 3 головы и песок душ. Я добывал их в прошлой серии. Кстати, а что вот там вот? Там ад. Какой еще там ад? Там ады. Я понял, кстати. А? Он съел плод Хоруса или он прыгнул? А, вот ты где. Будешь плод Хоруса? Нам, давай, нам. А где дракон? Я его тоже убила. Я Эвен Сити была, у меня элитры были. А где? Ты купила цветочек за них, да. Да, торговец. Да, я купила цветочек. Во время апокалипсиса очень много странных предложений, и это довольно-таки странно. Да, так, ты готов? Нет, подожди, еще рано, дай мне. Я хотя бы это самое. Посмотрю, что у меня за вещи. Прочность, острота, везучий рыбак. Пойду рыбачить. Нет, я не советую тебе рыбачить. Какая-то странная рыба выпадает. Какая-то такая, невкусная и кислит немножко. Интересно, почему? Слушай, Юня, а может быть все-таки оставим все как есть? Не будем никаких иссушителей убивать. В смысле? Ты не хочешь ничего исправить? Хочу, но знаешь, драться с иссушителем такая себе идея. Хорошо, ладно, посмотри на мой меч, а потом поговорим. Так. Кстати, давно твоего скина не видел, можешь показать? Да, давай, вот такая вот я. Не-не-не, а скинь броню посмотреть. Броня у меня тоже крутая, у меня нагрудник очень классный. А что, еще есть что-нибудь ценное еще? Да, еще лук есть. Ага, а еще что? Ух ты. Лопата есть. Ага. Все? Это, кстати, лук, вот это для тебя я оставила. О, супер, да, почти сломан. Сейчас, секунду, вот так. И что-то есть еще? Не, больше ничего нет, как тебе? Тебе подходит, но это мое, кстати. Да, пока. А? Куда? Рам, я знаю, где ты живешь. Ладно, захожу обратно. Отдай вещь. Может, хотя бы меч можно оставить? Не-не-не-не. Ну, у тебя так нормальный меч. Хорошо, забирай свои шмотки и проваливай. Еще лук. Да, вроде все. Лопата! Какая лопата? Нет никакой лопаты. Какая лопата? Наверное, дома забыла, а? Получай. Помоги. Нет, так давай. Фух, я еле завалил этого эндермана. Ладно, Юни, ты готова? Да. А, черт, я хотел заскамить тебя немного, ладно. А ты в курсе, что этого надо было делать, скорее всего, под землей, чтобы он не смог никуда деться? Я об этом не подумала. Но если что, мы добудем еще, да? Да, конечно. Как долго ты это добывала? Черт, тут много эндерменов. Очень долго. Почему они на меня загрелись? Визер! Сейчас
сейчас я попробую с лука, с лука. Вот так, помогай, помогай. Давай, я пока что буду тебя прикрывать. Он прям над нами. Черт, лук, стоп, действительно, ну, а че они все на тебя загрелись? Я не знаю, мне очень больно. У меня кончился меч, Юни, все, конец. У тебя есть лопата? Так, у меня есть исцеление. Если что, у тебя вроде бы тоже, ау, ау, ау. А, ты че меня ударила? А, прости, больно. А, я сейчас умру. Бежим, бежим, бежим. Давай, о, он отрегенился уже. Эй, иди сюда. Ты где там? Я сзади. Вау, у меня есть цветочек. Цветочек? И нахрена он тебе нужен? Давай, стреляй. Я не знаю. Ай, я в этом выживании, я то и делаю, что собираю цветочки. А, давай, 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 бей его. Давай, давай. О, слушай, мы ему уже почти половину здоровья отняли. А, так, так, давай, давай. А, теперь мечом, мечом и лопатой. Давай, лопатой его, лопатой. А, горю. Подожди, давай, 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 давай. Бей, бей, бей. Бью, бью, бью. Так что бей лопатой, я говорю. А, давай, совсем давай, немножко давай. Осталось, чуть-чуть, давай, у нас чуть-чуть. Получится. И, есть. Ты где? То есть, в смысле, ты забрал у меня звезду и... Неважно, пока. Я надеюсь, если я сейчас телепортируюсь домой, ты будешь дома? Да, да. Страна Россия. Город так, ладно, Тверь. Я хочу выпить зелье исцеления, слишком мало здоровья. А может, ты попробуешь магию свою использовать? У меня не получалось. Магию? Ну, давай попробую. Авэмбуве. Я говорю, авэмбуве. Есть! Круто, что ты тут появился. А знаешь, где остальные ребята? Вдруг они умерли от кислоты. Да, так, скорее всего, и произошло, но ничего страшного. Ладно, давай продавать эту звезду. Ему! Да, да, вот так. Опа. Ты что там застрял? Не, я иду. Да, точно, огород, да. А что ты его затоптал? Это не я, это засуха. Понимаешь, кислотные дожди и все дела, в общем, да. Я проверяла, дожди не кислотные. Ну, видимо, они только на растения действуют, ничего страшного. Угу, подозрительно. Слушай, а ты видел моих коровок? Коровок? Ну-ка, сейчас быстренько к ним придем. Сейчас, подожди секунду, ух ты. Слушай, это же бесконечные источники еды. Здесь получается. Да, я знаю, но мне это не надо. Вот они тут плавают. Я не понимаю, почему они тут плавают и как их оттуда достать. Сейчас достанем. Опа, смотри. О, давай, давай, давай. Я блоки буду подставлять. Давай, и еще раз. О, отлично. А эту как? У тебя есть пшеничка вроде бы? Давай ее призовем. Иди сюда, дорогуша, иди сюда. Больно, больно, больно. Юди, что нам делать? Юди, я бегу. Сюда, сюда, сюда. А, корова, зачем ты ее толкнул? Не бей. Не бей ты ее. А, блин. Зачем ты ее убил? У меня оставалось... Как я их буду размножать? Не переживай, Юни, скоро мы отсюда выберемся. А, если мы не выберемся, тебе хана. Да остановись ты, почему ты так уверен, что мы выберемся? Я вот не очень уверен, уже 4-я серия, а до сих пор тут. Не переживай, выберемся. У тебя опять обострение. Как давно я здесь не был, упаду на траву. Гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Слушай, Рай, мне нужна звезда. У тебя она есть в кармане. Дай звезду. Звезду. Мне нужна звезда. Нажми. Инвентарь. Видишь что-нибудь там? Звездочку? Да. Да, давай ее мне. На. Нет, это не то. Звездочка. Тогда тебе ее дам за 20 тысяч лайков. У-ху, побежали. Блин. Ребята, пока не умерла, ставьте быстрее лайк, а то мне не даст эту звезду, мы никогда сюда не выберемся. Ставьте лайк или Юни умрет. Ты офигел? Сюда иди. А, не надо. А, помогите. 20 тысяч лайков точно поставили? Я думаю, точно поставили. Кстати, я знаю, недавно в ТикТоке видел один лайфхак. Если взять золотую кирку и начать дубасить бедрок, то тогда он... разобьется. Попробуем. Я вижу, вижу, там что-то было. Там... Угу, спасибо. Подожди, давай проверим лайфхак. Во, видел? Видел, что-то появляется? Да. А ну, остановись. И опять. О, видел? Появилось. Пойду утоплюсь. Нет, у меня три сердечка. Три сердечка у меня. Что ты меня бьешь? Я бы уже успел выплыть отсюда. Кролики. А у тебя есть кролики? Ты не говорила. Какие кролики? А, они утонули там. А, ладно, не буду вообще на него внимания. Пара-бабам. Важный момент. Синяя орхидея. А дай посмотреть, дай посмотреть. Она синяя? Никогда не видел таких. Да, пойдем за мной. Дай посмотреть. Угу, пойдем за мной. Да, еле я утону. Давай, пойдем, пойдем. А ну я реально тебе ее дам. Иди сюда, иди сюда. Дождяк, но мы тебе не спится. Крикни. А вы бы его прекратиться. Подойди сюда. А-а-а! Тебе так диспорт.
А, что происходит? Как это вообще? Что мне? Видимо, из-за того, что ты давно не видел Майнкрафт, ты видел только кислотную воду, твой мозг иссушился. Где я? А баба. Итак, смотри, нам нужно правильный рецепт найти. У, а где? Куда? Куда? Ха-ха, как весело. Где? Что ты сделал? Слава, что ты сделал? Я съел деда. Бум. Где яйцо, Райм? Вот оно. А, личинки. Юни. Какие личинки? Да откуда ты все это берешь? Нет, нет, голова дракона. Фу. А, верни. Нет. Дай, дай. А, так, я знаю, как его усмирить. Ва, я возродился. Юни, оно ушло. А, нет. Да, да, оно ушло, оно ушло. Ушло? Фух. Да, да. А, смотри, смотри. Сейчас наша задача найти книгу, где написан рецепт этого секретного оружия. У меня есть такая. Значит, берем кошачью жопу. А, стой, 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 стой. Другой рецепт. А, ну ладно. Ищи, а я пока буду пробовать варианты. Может быть, вот так, вот так вот. Нашел. О, давай, и что там написано? Секретный рецепт. Крафт финального Ивеапонта ты можешь получить, если инструкшн. Если прочитаешь инструкшн. Давай, 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 диктуй. Блюорчит. Ага, синяя орхидея. Брейн коралл. Брейн коралл, сюда, мозговой коралл, так, и... Санфлавер. Подсолнух. Получилось. Что это? Сердце моря. Как это нам поможет? Я не знаю. Сердце моря. Кстати, Юни, кажется, я понял. Подожди. Это если это сердце моря, а вот это, собственно говоря, само море, если кинуть туда сердце, то тогда оно снова забьется, море заживет, и все будет хорошо, и мы сможем плыть. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Не кидай, не кидай. Потеряем. Может быть, нужно сердце моря куда-то положить. Я не знаю. Да стой на месте, я не могу тебя заскамить. Да что такое есть? Что же делать? Может быть, ладно, ладно, это где? Давай попробуем. Давай, кидай, значит, в море. Если что, мы словим, если ничего не выйдет. Давай, пробуй. Давай. Ну что ж, на счет три. Раз, два, два с половиной. Два с четвертью. Два с хвостиком. Два с копчушкой. Бросай! А, ты что? Ты что, меня разбудила? Ты спал? Да. На счет три. Раз, два. Два с енотиком. Два с... С кроликом, да. С кроликом, да, да. Два с градусом. Два с уткой Джеком. Два с Руди. Все, меня надоело. Бам. Если мы сейчас прыгнем, что-то изменится, правильно? Да. Нет! Ничего не изменилось! Лови сердце моря скорее! Это неправильный выход, неправильный! Сейчас умру, сейчас умру! Ты думал, лодка тебя... Да, не надо, выбирайся! Чего же я не могу вспомнить? Что такого нужно сделать, чтобы все это сработало? Сердце моря... Юни, я, кажется, нашел кое-что! А, что? Помни! Симба, Сас, а вернее не то. Тут написано, что чтобы это все дело сработало, нужно держать в левой руке сердце моря. В левой руке? А, ну, точно, точно, я вспоминаю, я совсем забыла об этой книжке. И оп, обалдеть. Кидай, кидай, кидай. Знаешь что? А? Я чувствую прилив сил, и море стало обычным, а ну держи ты. Ну-ка, так, ладу сюда, и... О, что это? О, Юни, все стало нормальным. А, вроде бы, да. Попробуем? Давай, 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 давай. Что? Все сработало. Юни, все сработало. Это сработало, действительно. Наконец-то мы будем жить нормально. Я предлагаю тебе отсюда нафиг уплыть. Подожди, а что будет, если у тебя есть зажигалка? Да и мне надо кое-что проверить. Да, есть зажигалка, бери в сундуке. Смотри, что будет, если сделать вот так и вот так. Что ты наделал? Все нормально. Я так распереживалась. Слушай. У меня все под контролем, не переживай. Да, давай, плывем. Плывем искать нам новый дом. И землю. Ха. Кстати, поблизости ничего нет. И ту неделю, когда я пробыл, так сказать, в полете с Эндерпёрлами, я тоже не видел ни одного островка земли. Блин, может тогда вернемся? Черт, дом горит, а почему вдруг он загорит? А, ну да. Ладно, Юни, не переживай, мы его спасем. Сейчас все спасем, так все нормально. Да. Боже мой!
ладно, ладно, хорошо, давай, давай искать новый биом, да? Да, да, я тебе только что сказал, что тут абсолютно нет земли, и всю землю затопило. Мы найдем, вот давай, разворачивайся, мы найдем, у меня есть сыроговядина одна штука, мы выживем. Да, потом съедим тебя, вернее, я съем.